Этот фестиваль проходит в рамках большого форума «Дети, традиции, будущее», который идет уже полмесяца по территории Вологодской области. Фестиваль – это заключительное мероприятие этого форума. Сегодня представлены все виды традиционной народной культуры здесь. Это ремесло, это искусство, это умение учить других, это умение общаться с другими. И сегодня на сцене будут фольклорные коллективы представлены, все детские фольклорные коллективы области. Конкурс сюда был огромный. Не все, к сожалению, смогли сюда приехать, потому что места у нас не так уж и много. Но все разнообразие наших муниципальных районов и нашей культуры мы здесь увидим сегодня. Мы представляем социально-образовательный проект «Хозяин сельского дома». Этот проект выполняется в рамках образовательной области «Технология». В нашей школе это направление существует давно. И основная цель социально-образовательного проекта «Хозяин сельского дома» – приобщить детей к традициям народов русского севера в области русского деревянного зодчества. То есть все ученики с 5 по 8 и 9 класс занимаются внеурочной деятельностью. На таких кружках, как «Сделай сам», «Художественное конструирование». Непосредственно у нас ежегодно выполняется какой-либо коллективный проект по русскому деревянному зодчеству. Ну, например, прошлый год это был макет часовни. Значит, предыдущие годы, вот смотрите, макет русской парной бани. Дальше макет настройки на родник. И так далее, макет русской избы. Макет ветряной мельницы, которые у нас в школе стоят. То есть вот плеяда, очень много объектов. И если их посмотреть, то в основе каждого объекта проектной деятельности сруб. Сруб из древесины. Вот именно мы и хотим, чтобы выпускник нашей школы мастерски владел плотничными работами. Чтобы, по крайней мере, он хорошо держал топор в руках, стамеску. Зачем это нужно? Да согласитесь, особенно в современных условиях, любой уважающий себя мужчина должен уметь, который живет на селе, я имею в виду, должен уметь хотя бы, по крайней мере, срубить себе баню, построить. А уж если дом сделает, это вообще прекрасно.